Во дворце спорта «Триумф» прошел региональный отборочный этап Кубка губернатора по волейболу. Соревнования проходили в течение 2 дней. В них принимали участие женские, мужские и юношеские команды. Все подробности у моих коллег. В малом зале Дворца спорта «Триумф» сегодня играют мужские команды по волейболу из 4 городских округов. Это лучшие спортсмены, которые удачно преодолели отборочный этап в своем муниципалитете. В сборную «Люберец» вошли 13 игроков. Им предстоит борьба за выход в финал. Хорошая команда очень у нас. Это сильные игроки у нас очень. Надеюсь, выиграем. Главное играть слаженно, потому что это командная игра все-таки. Ну и плюс надо больше в защите играть, конечно. Вот, поднимать все мячи. Кроме городского округа «Люберцы», в региональном отборочном этапе приняли участие команды из Балашихи, Электростали и Королева. Спортсмены сыграли 3 партии до 15 очков. У меня самые большие ожидания от нашей команды, потому что подобралась действительно сборная профессионалов, которых я знаю, которых знают, я думаю, многие в округе. Они все между собой знакомы, они все друг друга знают прекрасно. И очень часто говорят, что да, «Люберцы» довольно сильная сборная, и они покажут свой класс. Региональные соревнования стартовали 1 июля. После того, как определят победителей в каждой категории, состоятся финальные игры. Они запланированы на начало сентября этого года. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.